Для профилактики коронавируса ежедневно проводится работа по дезинфекции в общественных местах. В нынешних условиях основной задачей является и уделение большого внимания дезинфекции железнодорожных вагонов. Напомним, что для предотвращения угрозы распространения коронавируса на железнодорожном транспорте создан штаб, состоящий из руководящих лиц закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» и структур, находящихся в его подчинении. Прямо сейчас на связи со студией из автовокзала находится корреспондент Алагёс Гаджиева. Алагёс, здравствуй. Какие у тебя новости? Здравствуйте, студия. О том, какие меры предпринимаются в связи с профилактикой коронавируса, нам расскажет заместитель начальника отдела по пассажироперевозке Фазиль Бадалов. Здравствуйте, господин Бадалов. Расскажите, пожалуйста, насколько регулярно проводятся подобные профилактические мероприятия? Дезинфекция проводится как по всей территории Бакинского международного автовокзала, так и в том числе и все автобусы перед каждым рейсом. По поручению оперативного штаба при кабинете министров, вчера и сегодня все пассажиры были отправлены по регионам Азербайджана. При заранее приобретенных билетов, по возврату заранее приобретенных билетов, полная стоимость билетов будет возвращена. В последующие дни по поручению оперативного штаба пассажиры будут информированы о графике работы автовокзала. Спасибо, господин Бадалов. Студия. Спасибо. С нами на связи была корреспондент Алагёс Гаджиева.